Ненавижу его просто. Вот терпеть не могу. Ребята, зачем я это сделала? Вы видите? По-моему, ребята, там что-то было. Всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И сейчас, да, я упаду. И, ребят, мы тут, точнее, я тут пришла одна в тавер. Чтобы победить его, у меня сегодня с тавером дуэль. Я попробую пройти вот эти все 40 уровней. Ну что, давайте попробуем. И заодно я, кстати, буду тратить свои уточки, потому что за уточки мне осталось всего лишь 2 бокса. Да, смотрите, всего лишь... Три бокса. Вот еще вот эта вот пластиковая синяя катушечка. Ну и надеюсь, хоть что-нибудь мне попадется, и я буду на шаг ближе к нимбу. Ну что, времени у нас мало-мало уже остается, так что погнали быстрее проходить его. Я сегодня очень хочу не покупать никакие улучшения, и надеюсь, я не сорвусь, как сейчас, например. Так, надо взять шляпку обязательно, потому что, ну, ребят, кажется, без нее мы точно не пройдем. Шляпка дает сил. Погодите, у меня же есть еще пружинка. Надо пружинку надеть. Я вот просто, ну, очень хочу выбить какой-нибудь нимб, потому что я одна тут осталась без нимба. Поэтому вот, ну, хоть что-нибудь надо надеть. Думаю, на это, наверное, все, потому что огонек этот радужный, он очень-очень мешает. Даже вот эта вот пружинистая голова очень мешает. Но я думаю, это можно стерпеть. Вы знаете, я сейчас очень хочу купить чекпоинты, но на самом деле мне, ну, как мы договорились, то уже нельзя ими будет пользоваться. Просто, знаете, так для спокойствия такого душевного, чтобы просто они были, и чтобы можно было там где-нибудь умереть и знать, что, ну, если там мало времени останется, ты дойдешь уже на самый верх, потом как-нибудь, ну, немножечко вот так тут ресетнувшись, немножко не по правилам, да, но зато я смогу получить все свои 300, а, наверное, ну, если у меня двойные уточки, значит 600 уточек за этот тавер. Вот представляете, у нас за 12 уровней дают 250 уточек, а за этот с 40 уровнями, ребят, дают 300 уточек. То есть тут, ну, по сути, намного-намного больше уровней, а денег-то всего, ну, не сильно больше дают. Я считаю, это вот совсем нечестно и, ну, несправедливо, так сказать. Поэтому, естественно, мне вот так тут будут сегодня мешать новые уровни. Ух, гады! Так, ладно, я все равно пройду. Ну что, боюсь, ребят, мне не останется времени открывать за уточки боксы. И... Вы это видели? Господи, чуть-чуть не упала. Слушайте, знаете, я, наверное, так хочу купить чекпоинты, боже, не знаю, ребят, ну... Брать, не брать. Ой, ладно, пока не буду. Пока вот я еще жива, я чувствую, что я пройду дальше. Пока не буду брать. Ребят, тут инсульт. Ой, сейчас как убьюсь. Тавр, ты слышишь? Я говорю, я сейчас как убьюсь. Отлично. Обман произошел. Все прошло удачно, ребят. Так, и вот на этом инсульте вот эта светяшечка, она постоянно меня убивает. Поэтому мы ее обманываем. Мы говорим, что светяшка, ты меня уже убила. Я не могу пройти этот супер длинный большой тавр. Ну и все вот эти вот 40 уровней мне вообще не по силам, поэтому вот. Все меня сейчас убьют, я тут сейчас как помру. Ребят, там желтый уровень. Вы видели? Господи, ненавижу его просто. Вот терпеть не могу. От всей души просто, вот кошмар. Не дай бог, он мне еще попадется там вторым. Смотрите, у нас времечко почти, ну, не так уж и много. Давалось 19 минут. Все я их, к сожалению, ну, профукала, можно так сказать, стоя внизу и болтая вот, по сути, ни о чем. Надеюсь, сейчас я не умру вот на вот этих вот бегущих дорожках, потому что, ну... О, получилось, ребят. Так... Остановочка.
О, супер, я его прошла. Знаете, если я, наверное, сегодня пройду этот большой тавр, я думаю, придется сделать еще такое видео, где я прохожу и супер вот этот секретный супер большой тавр. Ребят, это новый уровень. Нет, я же здесь умру. Я же здесь умру. Так, ладно, Ева, не волнуйся. О-о-о. Слушайте, я его еще не видела. Вот впервые при вас прохожу его, вот прям, можно так сказать, вживую. Так, ребят, времени очень мало остается. Я обещала, что не буду ничего покупать, но боюсь, придется хотя бы время докупить. Это, конечно, не усиление, не улучшение, не ухудшение, но... это время, а я его немножечко потеряла, пока тут стояла и непонятно о чем думала вообще. Ева, о чем ты думала вообще? Не падаем, не падаем, прыгаем аккуратненько, так отлично. О, еще эти длинные уровни, эти сетяшки, о боже. Ой, там такой сложный уровень, я не знаю, как его пройти. Так, прыг и еще раз. Слушайте, мне очень-очень-очень страшно. Супер, отлично. И мы еще даже не на середине, ребят, а уже прошло 8 минут. Я не знаю, как я сейчас буду это все успевать, но как-то, видимо, буду. Думаю, вы не будете против, если я докуплю чуть-чуть времечко, потому что, ну, серьезно, не успею. Так. Ребята, зачем я это сделала, вы видели? О, осуждаю я себя, кошмар. Вот сейчас я точно беру время, не знаю, зачем я, чем я думала, господи. Так, сейчас быстренько даже прохожу и вот тут беру времечко, пока даже ползу вот так. Так, сюда. Отлично, опять этот страшный уровень. О, господи. Так, надо не торопиться, надо аккуратно проходить, а то будет все то же самое. Боже, опять этот длинный уровень. Нет. Ребят, посмотрите, с двойными уточками заработал только 72, понимаете? У меня тут просто 13 тысяч почти что уточек, а я заработала такую каплю в море. Ну это вообще, это смешно. Столько уровней уже прошла, я про тавр, по сути, уже прошла. Нет, ребят. Так, кажется, мы развалились. Попытка была неудачной. Не знаю, что я буду делать. Давайте, наверное, тавер-то обновим. Потому что, ну, уже никуда не успею за эти 11 минут. И у нас новый тавер. Много новых смертей. Торопиться, я думаю, я уже не буду. Поэтому погнали открывать за уточки боксики. И у нас тут уже выпало один дубликат. Тут, по-любому, тоже уже дубликат. Слушайте, умирать очень весело и грустно одновременно, и мне нужна шляпка срочно. Тавр в этой дуэли немножечко сегодня выиграл, не знаю, ну, в первом тавре я... Чего? Вот как это вообще произошло? Слушайте, я же там перепрыгнула, я не пон. Так, ладно, тут я беру чекпоинты. Я обещала в том тавре не брать, в этом я беру, стараюсь ими не пользоваться, но на всякий случай пусть они у меня будут. Потому что, ну вот, серьезно, опасно это дело, вот пройти так далеко и упасть, и потом еще раз проходить. Смотрите, тут весь тавр просто заполнен этими чекпоинтами, выглядит очень круто, и, ну, мне, в принципе, это больше всего нравится из всех улучшений, которые можно взять от чекпоинты. Антисетяжка тоже хороша, но все равно немножечко чекпоинты будут получше ее. Ребят, так, ну ладно, это еще не такой сложный уровень на самом деле. Понимаю. Смотрите, я заработала только 2 уточки, и сейчас я их тоже потрачу, наверное, знаете, даже ресетнусь. А, ну и вот все. Ого, смотрите, как я тут заспавнилась. Наверное, не сможем мы пройти сегодня тавер, поэтому, может, мне хотя бы повезет, что выпадет хоть что-нибудь за уточки, и кажется, это дубликат, да. Так, давайте я попробую, ну, раз 10 так нажать быстренько на вот эту вот кнопочку и посмотрим, что мне выпадет. Надеюсь, что-нибудь да попадется. Так, давайте. 1, 2, 3, 4, 5.
Я перестала просто считать в какой-то момент. И да, там, по-моему, все были дубликаты. Давайте проверим. Так, раз, два, три. Да, ребят, ничего не выпало, мне осталось 9500, сейчас даже останется, 9200. Ладненько, пойдемте дальше проходить, все-таки тавра нам немножко нужно победить. Время, конечно, я это потеряла, но мы можем его докупить, так. И опять у нас этот неприятнейший просто уровень. Я не научилась его еще проходить без прыжочка, и вот вообще не умею проходить. И смотрите, я совершенно не умею его проходить. Вот вообще никак, не перепрыгивается он у меня. Ой, это было страшно. Ну, смотрите, я даже его не смогла пройти, я тут умерла, просто упала, просто вообще кошмар. На всякий случай, ребята, это был сарказм, чтобы задобрить тавр или обмануть его, не знаю как. Может, у нас там получится, может, ему за робоксы купить боксиков, он меня пропустит. Как думаете? По-моему, это хорошая идея. И сейчас где-нибудь на зелененьком, например, остановлюсь. Вот это вот опаснейшая просто штука, которая может тебя убить. Где у нас тут ближайший зеленый уровень? Подскажите, пожалуйста, мистер Тавр. И у нас, кстати, вот через два уровня вроде даже зеленый. Так, это у нас желтый. Так, там вот отлично, вот там зелененький. О, ребята, да динозаври, там уровень. Вау, круто. Погодите, у нас был такой уровень? Что-то, мне кажется, я немножко не по такому ходила. О, кошмарище. Все, ресетаемся. Подождите. Можно было и не ресетиться, в принципе, можно было просто упасть на светяшку и умереть. Пойду-ка я в эту сторону, не знаю, правильно или я что-то забыла уже этот уровень. Я помню, что он был, помню его существование, и как-то мне казалось, что он немножко по-другому выглядит, да. Ладно, ребят, что-то тавр меня не очень сегодня любит, давайте купим ему за робоксы боксики. И у нас, естественно, дубликат, конечно. Уу, на 1200, обалдеть! Вот эта вот светящаяся катушка. Подождите, она же... Ну да, она, кажется, у меня была. Да-да-да, все правильно. Так, и у нас, опять дубликат, к сожалению. Так, ну что, я думаю, последний боксик. И у нас тут тоже дубликат. Так, ладненько, пойдемте-ка дальше. Так, ребят, я тут пришла на зеленый немножко нечестным способом. Я тут купила вот эту вот катушечку и, потому что сложно что-то мне дается сегодня вообще прыгать. Не думала, что настолько сложно будет именно, когда я буду кидать вызов тавру, проходить этот сложный, просто сложнейший тавр почему-то для меня. Ну, как я и обещала, на зеленом мы будем сегодня открывать у нас уточки открывать, боксики открывать, так, что-то ничего не падает, и, по-моему, даже было больше, нет. Так, давайте еще несколько раз вот так тут быстро нажмем, и, по-моему, ребят, там что-то было. Тихо, аккуратно просто крутим, аккуратно вниз, и у нас, ребята, да! О, божечки! Так, что мне осталось-то вообще? Мне осталось аметистовое сияние. И пластиковая катушка. Слушайте, я думала, она, кажется, тут оставалась. Я еще такая в шоке, думаю, что у меня последнее осталось. И даже не 2% шанс. Серьезно, слушайте. О боже, какая классная эта светяшка. Я смотрю, что зеленые уровни меня любят. У меня просто вот на них самое классное что-то падает. И вот эта вот радужка, это просто классно. Так ждала ее, вы не представляете. Я ждала очень вот этот вот радужный дым, радужный огонь на голову. Радужное пламя, да, радужный дым. Это вот это вот, он у меня немножко пораньше выпал. Все, теперь я могу быть полностью радужкой. Надо будет показать обязательно ребятам. Ну, раз у нас тут такая супер удача сегодня, слушайте, наверное, надо вот прям стоит попробовать пройти до еще одного зеленого уровня и, может, там пооткрывать боксики, не знаю даже какие. Да, в принципе, все равно можно все пооткрывать. Надеюсь, мне еще что-нибудь сегодня выпадет, и я просто... Как я умерла? В смысле? И почему мне остался тут
чекпоинт. Вот это вот вообще нечестно, тавер. А, ребят, посмотрите, я чуть-чуть просто не дошла. Какой кошмар. Так, и опять я чуть не дошла. Так, ладненько. Нам нужно светяшка убить. У нас светяшка, пожалуйста, отлично. О, ребят, я тут сейчас так схитрила, вы не представляете. Я, короче, запрыгнула на то колесо и запрыгнула на другую... Чего? Ребят, меня тут кикнуло из игры прямо сейчас. Вот, а вы видите это? Какой кошмар. Почему? Чего такое произошло? Вот это вот я не пон. Ребят, слушайте, меня тут только что вообще выкинуло. Я не смогла долгое время даже зайти в тавер. И слушайте, ну, раз так, я не буду вот тратить остальное вот это вот все. Я потрачу в следующем видео, не сегодня, потому что, ну, так, тавер нельзя вообще поступать. У меня вот осталось 2 предмета за уточки. И я надеюсь, я выбью зеленый нимб себе раньше, чем вот этот вот голубой. И ну и надеюсь, что они тоже у меня будут оба через какое-то определенное время. Ну а на сегодня, наверное, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.